Вот один прибор показывает 1 ампер ток потребляемый, другой амперметр около 2 ампер. Вот это около 1 ампера. И буду пробовать выяснять, какой из них неправильно показывает. Подключить хочу один ом-резистор и на нем мерить напряжение. Если на нем будет напряжение 1 ватт, значит 1 вольт, значит на нем ток 1 ампер. Где тут мои резисторы? 1 ом. Вот вроде бы нашел 1 ом резистор, он даже похоже очень точный. 1R00 йод написано. Йод, как я понял, означает, что очень точный. Вот замерили действительно 1 ом. Вот 1 ом показывает. Это прибор, видимо, не точно. Тут не совсем качественно. Вот ровно 1 ом. Вот уже мне смущает вот такое дело, что тут вот к этому амперметру идет вот такой тоненький провод. Минусовая шина вот тут вот 1,5 мм². А тут похоже вообще где-то 0,5 мм² провод идет. Хотя он короткий, поэтому там уж супер больших потерь вроде бы быть не должно. Поэтому толки мерить только на малых напряжениях, на малых токах. Этого провода сопротивления один вот этих двух, наверное, где-то вот в черный входит, потом красный идет на плюс, по красному значит не течет ток, а по другому синему и течет, он идет на этот синий идет на минус. Потом сопротивление, если этих проводов где-то 0,1 ом, это
все равно может какой. Потом можно посчитать, сколько потерь там будет. Может, и не так много. Настраиваю напряжение и буду мерить на резисторе напряжение. Что-то с резистором вообще 0,37 ампер показывает. А там показывает 0,6 ампер. Может, что-то расстроился генератор. Подкручу до настроя на 1 ампер. На этом что было. Там всего на этом резисторе при 1 ампере должен 1 вольт падать напряжение и всего 1 ватт тепла выделяться. Он 5-ваттный, поэтому он, по идее, должен справиться с таким теплом. Вот 1 ампер. Немножко меняется тенденция. А тут вот приблизительно 2 ампера. Так сильно различаются их показания. Вот, замеряю напряжение. 1 милливольт или что? Четыре вольта показывает прибор. Попробую другими приборами посмотреть. Вот этим, может, он более точный. Хотя я смотрел, они приблизительно так само напряжение показывают точностью их одинаковые примерно. Один на 4 вольта, 1,460, 1,4, тут 1,03 ампера и 1,46 вольта, буду считать. По калькулятору теперь можно рассчитать. Так как вообще тут нечего что считать, так как тут 1 Ом и напряжение 1,4 вольта, значит 1,4 ампера. Значит, ни один, ни другой не показывает неправильно. Этот немножко за много показывает, этот немножко за мало. Примерно наполовину тут. У меня есть еще такой амперметр, и заодно можно замерить на 10 ампер.
Этот показывает 1.43, как и должно быть. Ну, 1.46 должно быть. То есть он самый правильно показывает, получается. Сейчас попробую показать, что он показывает. Вот. 1.42 ампера этот, 1.06 ампера, а тот 2 ампера. Такой дешевый показывает правильно. Хотя не знаю, насколько он дешевый. Еще, чтобы убедиться, что тут нет никаких пульсаций, что чистый постоянный ток идет, я включил осциллограф. Включился контакт. Вот примерно постоянный ток. Вот эти вот такие вот штришки, это наводки, это на самом деле их нет. Наводки на блока питания. Вот это вот. Там нет цепочки между стоками и стоком. РЦ-цепочка очень сильно убирает эти вот выбросы. Я не поставил ее, и они есть. Ловится хорошо осциллограф. И еще попробую подключить на цифровой осциллограф, что он покажет. Что или 0,4 вольт, 1,4 вольт он тоже покажет. Беру щуп и подключаю к цифровому. 1.06 ампера, это примерно 2 ампера. Сколько этот покажет? Клетка показывает, и он где-то показывает 1.5, по-моему. Сейчас выключу. Нет, тут нужно деление поменять. Первого канала. Теперь на 0 настроить. Тут вот шумов полно. Ну вот эти выбросы, это либо от этого полумоста, где работает теплый, либо от блока питания. Ладно, теперь не бы. А, нет, эти выбросы от блока питания, потому что теперь выключены, и они есть от того моего самодельного блока питания.
на водке. Выключаю на 0 и 2 вольта клетка, так получается 1 вольт и 1 где-то и 3 вольта. 1, 2, тут 1 и 4, 1 и 3. Примерно тоже 1 и 3 ампера получается. Как и вот этот правильно показывает. Ну и тут маленькие вот такие неровности есть. Ну такой уж не идеально чистый ток. Можно немножко раздвинуть, даже чтобы точнее посчитать. Поставлю на 0. Он стоял, тут стоит. Теперь поднимается вот 1,50 милливольт клетка. Ну, будем считать, что тут вот 1,50, 1 вольт и 1,4 где-то получается, как и тот показывает. До 5 немножко не дотягивает. Вот этот неправильно показывает, и этот оба неправильно. Осциллограф этот правильно показывает. Ну, наверное, этот показывал бы правильно, но он до 400 миллиампер измеряет. Этот вообще не имеет функции только измерять, а тут уже 1 ампер поднялся немножко с ней. Тут где-то 1,8, 1,9 показывает ампер. Теперь этот 1,04 ампера. А тут где-то, вот тут я бы сказал, где-то 1,3 ампера показывает. Ну тут может тоже не совсем правильно откалибровано.